с его точки зрения, с точки Потому зрения... Потому что как... организм должен привыкнуть к постепенному уменьшению этого адреналина. Person's body should regularly give It's a stressor. All right, the reason I don't want an alcoholic to stop smoking at the same time they stop drinking is, number one, tobacco is a stress reliever, and they can smoke, and it'll make them feel better. At least they can smoke. And then after they've stabilized, after a year, of not drinking, then I'm going to let them quit smoking. Причина, потому что причина того, почему человек не хочет, чтобы пациент одновременно бросал и алкоголь, и никотиновую зависимость, в том, что чтобы выдержать год избавления от одной зависимости и затем приступить к другой. But often, often a smoker, when they start to smoke again, you know, they quit smoking and they start to smoke again, it makes them feel bad about themselves, they feel guilty, they feel weak. Но очень часто, когда курильщик, который курил, потом бросил, а потом снова начал курить, это как знак того, что он чувствует себя слабым, он проявил слабость и сорвался, и начал опять употреблять. And often an alcoholic who quit smoking at the same time, if they start smoking again, they'll start drinking again. И очень часто, когда человек, имеющий алкогольную зависимость, он срывается на одной зависимости, и таким образом и на другой зависимости тоже он начинает и курить одновременно. Да. So most professionals want the alcoholic or gambler or drug addict not to stop smoking until a year after their primary addiction has been stopped. Поэтому многие профессионалы как бы не хотят не хотят, чтобы пациент одновременно бросал вот две лишался двух зависимостей. Yeah. Сначала вот год они должны выдержать одной избавления, одной зависимости. And then with that connection that we have between tobacco and caffeine, after the smoker has quit smoking for a year, then if they want to, they can worry about not drinking coffee. После того, как пациент бросил курить, избавился от одной зависимости, затем, через год спустя, он может приняться к избавлению от другой зависимости. Yes, но, например, если он пил и курил, и избавился только от курения, то я не уверена, что он, если он будет пить, то он не прекратит курить. Он будет дольше курить. Поэтому я думаю, сначала нужно избавить его от алкоголя, а потом уже от курения. If he had two dependencies, mm-hmm. drink and nicotine dependencies, mm-hmm. should we cure, treat him from the one? Drinking first. Drinking. То есть мы должны от алкогольной зависимости его сначала избавить. Сначала, да. Now, the place where I work, Willingway, they tried for several times they tried different things as far as how to treat alcoholics. Больница, в которой я проходил лечение, они использовали несколько способов, и несколько раз они пытались вылечить зависимость. Now, when I worked, when I was a patient there, you could smoke inside the hospital. И когда он был пациентом, у него им разрешалось курить вне здания этой больницы, за пределами. Then they stopped that. И они это запретили, прекратили. But you could still smoke, you just had to go outside. Но если вы хотите, покурить, то вы должны выйти. Then they tried to stop that. Но даже это они пытались как предотвратить, вылечить. That didn't work. И тем не менее это не сработало. Because of what I said about when a smoker, when an alcoholic starts smoking again, they feel so bad they drink again. То есть когда алкоголик начинает курить снова, он как бы и подключает другую зависимость, начинает принимать алкоголь снова. And then alcoholics and drug addicts, as they sober up, sometimes they have anxiety and nervousness. То есть иногда при лечении
алкогольной или наркотической зависимости пациенты чувствуют тревогу, тревожное состояние. Well, this hospital has a lot of chocolate and cookies and Coca-Colas and all kinds of stuff available for the patients at any time. И в этой больнице содержится много продуктов разных для пациентов, и Coca-Cola, и разные там угощения, конфеты, все, что захочет пациент. I'm trying to show you. Is it free? Oh yeah. Да, конечно. It's everywhere. Вообще нет. All right, you see. Тот, кто бы бросил пить и курить сюда. Everything they do everything in order to make them stop to drink and smoke. Make them feel at home. Для того, чтобы они почувствовали, что они дома. You see this? I know it's a very small picture. Yeah. It's like home. Некоторые алкоголики, наверное, дома не ощущали этого, что они ощущали или видели то, что было в этом доме. Some alcoholics had in such relationship at home. Oh, I agree. Oh, it's nicer than my home. Nicer than my home in America. Даже там даже лучше, чем в любом доме. There's candy everywhere. Были угощения везде, конфеты. Because alcoholics crave the sugar that was normally found in the alcohol. И как бы, как правило, сахар, состав в алкоголе содержится определенное содержание сахара, да, и это да. But there's also coffee everywhere. Также было и кофеин, как кофе. Да. And so the alcoholic is anxious because they're sober enough. И таким образом у алкоголиков была трезвая, была тревожность, потому что они становились трезвыми. And so now we're giving them caffeine, which makes them anxious. И именно кофеин, именно благодаря кофеину они вот испытывали эту тревожность. So we tried not letting them drink coffee. И мы старались не давать. Didn't work. Много кофе. Да. It was bad. It was very bad. What would happen, twice a week, all the alcoholics from the hospital get on a bus and they go to an AA meeting in town. Что случилось как позже, это то, что как алкоголики, ну, они собрались и отправились вот в эту группу, они начали заниматься в группе анонимных алкоголиков. And at the AA meeting is coffee. Ну и после собрания, после встречи, они выпивали кофе, чашечку кофе. So they would not have coffee at the hospital, but when they go to the meeting, they drink 2-3 cups of coffee at a time. То есть у них не было возможности выпить кофе в больнице, в госпитале, в клинике, где они лечились. Но зато после группы, да, после встречи, они могли несколько чашек выпить. It was not good. So, and quit doing that. Мы тоже встречаемся, пьем чай, кофе. So now we can have tea, we can have coffee, we have whatever we want. Сейчас мы можем все. Кофе это самое кофе. Now I think some of it might have been because the doctors and the nurses want a coffee. Я как принимал кофе, потому что как доктор в клинике, вот я тоже принимал кофе. I don't know. But now there's coffee and the chocolate's not as bad as it used to be, but it's still everywhere. Ну теперь как кофеин содержится везде, даже в шоколаде, иногда можете встретить и в других продуктах. Okay, but that's why. Чай. Not a lot, but some. I drank tea when I worked there. I didn't drink tea when I was a patient there. Не пил чай, когда был пациентом. Да. We don't drink as much tea in America as we do over here. Мы не пьем в Америке столько много чая. Да, everybody drinks coffee. All right. So that's nicotine. That's how I get people off nicotine, and that's when I get people off nicotine.
И это как помогает людям избавиться от никотина. Now, the next one was eating disorders. Ну, а теперь поговорим о нарушении пищевых процессов, связанных с пищевыми процессами. We'll talk about that for a little while. У алкоголиков или у курильщиков или вообще? Вообще. Про нарушения, да? About eating disorders. Да. Who has eating disorders? About alcoholics or drug or everywhere? Everywhere. Everywhere. Alcoholics and drug addicts and everywhere. Обо всех. И о тех, и о других. Да. Mostly it's a standalone kind of a disease. Is that right? Зависимо, да. Как бы является дополнительным нарушением к тем к алкогольным отклонениям наркотическим. Where the arrow is? 12. Depression. 12. Okay. 11. Depression. 12 is. I could have read that depression. Depress. Yeah. Depressia. Okay. I should have read that. All right, eating disorders. Now let's do gambling first. That's the way it goes. Gambling first, then eating disorders. Давайте сначала о зависимости игромании поговорим, а потом уже вернемся к этому. Хорошо. Да, let's do that. I'm trying to remember the same order I gave the lecture. Я стараюсь, хочу вспомнить правильность. Порядка последовательности, которая должна быть. Okay. And it's not on here, right? Mm-mm. Okay. Just be quiet. Don't say nothing. All right, now you got to tell me. The first. This is the first. I looked at it and I said, it's not it. All right, what's the word? What's the word? Say it to gambling. Азартные игры. That's not what that says. What does that say? It's gambling. That's not what it says. What does it say? About the hazard. Азартные игры. That's what I said. What's the word? Азартные. 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 Игры. Игры. Okay. Азартные игры. Okay. Now. Так запишите азартные игры. Азартные игры. Now, again, there's going to be a lot of similarities. Снова же, можете встретить много похожих сходств вместе с по сравнению с алкогольной зависимостью. Because these addictions are so similar. When we get to eating disorders, you're going to see a huge difference. Что это является как общей зависимостью. All right, accept the powerlessness and unmanaged ability over gambling and participate in a recovery-based program. That's a long-term goal. You're right. Repeated unsuccessful attempts to stop or cut down on gambling, despite the verbalized desire to do so and the many negative consequences that continue gambling brings. Continue gambling. Так, запишите первое определение. Повторяющиеся неудачные попытки перестать играть в азартные игры. Да. And that's just like with the other chemical addictions. Несмотря на высказываемое желание это сделать и множество негативных, несмотря на множество негативных последствий. And then denial that gambling is a problem, despite feedback from significant others that it is negatively affecting them and others. Второе. Отрицание того, что пристрастие к азартным играм является проблемой,
несмотря на доводы со стороны окружающих и близких. Отрицание того, что пристрастие к азартным играм является проблемой, несмотря на доводы окружающих и близких вам людей. Now those two sound familiar, right? Это тоже как бы вам знакомо? Да. Just like almost everything else we're talking about. Как бы об этом тоже говорили в других зависимостях. You remember we talked so much about how similar gambling is to stimulant addictions like cocaine or methamphetamine. Вы помните, как мы говорили и сравнивали это с героиновой зависимостью? All right, so now maintain a distorted belief that more gambling will certainly result in a windfall or a profit that will be more than equal to the previous losses. That's a big difference. Итак, третий пункт, третье определение, которое очень отличает от других зависимостей, которое состоит в том, что человек хранит обманчивую уверенность в том, что дальнейшее участие в азартных играх приведет к неожиданной прибыли. And that's nothing like drug addiction. Это немного другое, чем отличается от наркотической зависимости. There's a similarity that can be understood by drug addicts that would not be evident to someone who's not addicted. Существуют некоторые отличительные черты между зависимостями и типами зависимости, и также сходные черты. There's two lies that we tell ourselves when we're alcoholic. И очень часто в случае, когда человек алкоголик, он очень часто обманывает сам себя. Well, there's a lot of lies, but there's two specifically that I'm talking about. Но это как один из самых главных причин или последствий симптомов. The first lie is that the rules do not apply to me. Первая ложь состоит в том, что правила, человек считает, что правила не касаются его лично. And the second lie is this time it will be different. И второе, как убеждение человека, что в этот раз будет все по-другому. Да. That second lie is the one that is similar to number three. И третья, она очень похожа с предыдущими утверждениями. I will certainly make my money back this time. Что человек уверен в том, что он получит больше прибыли в азартных играх. It's like the drug addict telling himself, it's going to be okay this time. Так как зависящий от наркотиков человек говорит, что в этот раз все будет хорошо. Now you remember we talked about tolerance. Помните, мы говорили о толерантности, о зависимости от веществ. Да, there's a term in gambling called chasing, and that's what it's talking about, chasing the money, trying to make back the money. И одной из причин или симптомов является то, что человека преследует эта навязчивая идея, что ему кажется, что он выиграет больше. Drug addicts chase that feeling of how things used to be. И как зависящие люди от наркотиков, как у них есть определенное чувство, что вот это определенное чувство, которое преследует их все время на протяжении. That it'll be better this time. It'll be like it used to be. И мы как обманываем сами себя в том, что вот в этот раз получится все по-другому будет. There's some drugs, and methamphetamine is one, and crack cocaine is another, LSD is another. That once you do it the first time, it's never that good again. That first time's the best, and then it's never that good.
Существует много разных наркотических средств, вин, наверное, вы слышали, и другое. Но самая главная как задача в том, что человеку кажется, что вот первый раз лучше всего, вот он попробовал, и вот это как влияет, эффект производит на него большой. We still get an effect from the drug that's pleasurable, elsewise we wouldn't do it at all. But never as much pleasure as the first time. Но в следующий раз вы, на самом деле, человек не получает столько много удовольствия, как вот от первого раза. Да, that's chasing the high. Это как преследует их. And there's another thing we do as drug addicts. И как бы немного другой способ мы используем с зависящими наркотических средств. Nine times something bad happened. Допустим, 9 раз случается что-то плохое. One time something good happened. И 1 раз что-то хорошее. When I'm thinking about it, I'm only thinking about the one time when it was good. Но каждый раз мы думаем об этом единственном разе, когда мы хорошо себя почувствовали. I'm not thinking about all the times it's bad. I'm thinking the one time I was successful. То есть я не учитываю те предыдущие 9 плохих случаев, когда ты делал. That's сильная вера в них. They have a great belief. Yeah, and it can't be contradicted with reason. И это не может как противостоять, ну, противоречить причинам, которые провоцируют их начать. You can explain it to them. Вы не можете им объяснить. Им. Somebody like me has difficulty explaining it to them. И иногда мне, даже мне приходится очень тяжело объяснить человеку. Да. You, if it's a family member, no, you can't explain it. Если зависящий человек является вашим родственником, это невозможно. Вы не сможете объяснить ему. Да. You can't fight intellectual, you can't fight alcoholic thinking with a family member. Вы как не можете противостоять вот этому общей проблеме в вашей семье. You could help her. Вы можете помочь другому человеку, вы можете помочь мне. But you can't help him at home. Но своим родственникам и близким не сможете. You don't have any credibility at home. Нету таких... Не авторитет. She says that she is not, she has no authority. But with her you do. Ну, в случае со мной, да, вы имеете авторитет. It's... I don't know if that's human nature. I know there's several different ways of explaining it, but I don't know that that's human nature. All right. Now, before we go back to normal, physical problems, relationships, all that kind of stuff, because of gambling, 5's the same. Так, четвертый пункт. Постоянные физические, юридические, финансовые. Профессиональные. 6 and 7 are the same as substance abuse of just about any kind. Just the wording is a little bit different, but it's the same theory. Они напрямую связаны с азартными играми. 8's the same. 9's the same. 10's the same. 5, 6, 7. Седьмое утверждение по поводу азартных игр. Они соответствуют тем предыдущим и взаимосвязаны. Now, 12, often there's alcoholism involved with gambling. Очень часто алкоголизм как-то, ну, взаимосвязан с игрой, с азартными играми. But also, often there is either methamphetamine or cocaine use involved with gambling. И очень часто одним из распространенных наркотиков является героин. The methamphetamine, the vent, more so here, or more so in America, methamphetamine more in America involved with gambling, but vent is involved with gamblers here in this country also, not as much as in America. И в Америке, и в этой стране, как вент является одним из самых распространенных наркотиков, которые
взаимосвязаны с игроманией, зависимостью. All right, now, let's go down. Да. Успели переписать? Да. Пятый. Pets. Pets. Should I read? No. Well, yeah, you can go ahead and read it, but these are all similar to substance abuse. All of these. The wording's a little bit different, but the theory is the same. Все эти пункты утверждения, они относятся как бы ко всем зависимостям, типам, видам зависимости. Ну, есть некоторые отличия, которые встречаются именно по поводу игромании. Until we get down to 13. Что-то нам надо писать? Да, можете переписать. А, пятое. Прекращение важной социальной, профессиональной и связанной с личными увлечениями деятельности. Прекращение важной, социальной, профессиональной и связанной с личными увлечениями деятельности, поскольку она препятствует участию в азартных играх. Шестое. Чувство беспокойства и раздражительности при попытке играть, перестать играть. Седьмое утверждение. Частая потеря времени за игрой. То есть вы играете и забываете времени. Это было седьмое. Частая потеря времени за игрой. Восьмое. Появляются физические симптомы абстинентного синдрома или синдрома ломки. У вас появляется тошнота, дрожь, какие-то головные боли. Тревожное состояние. Бессонница, либо же депрессия. А в случае неучастия в играх на протяжении какого-то определенного периода времени. Бессонница. Что еще? Бессонница или депрессивное состояние. В случае, если вы не играете в играх на протяжении какого-то времени. Девятый пункт. Случаи задержания за преступления, связанные с азартными играми. Что? Случаи задержания человека за определенные преступления, связанные с азартными играми. Что это может быть? Это может быть мошенничество, поддельный чек, или воровство, или похищение кого-то. Десятый пункт плана. Большие вложения денег, времени и занятости в азартные игры. Денег чего? Времени. Большие вложения денег, времени и занятости в азартные игры. Одиннадцатый пункт плана. Игра на большие суммы
и в течение большого периода времени. Большего периода времени, чем было запланировано. Игра на большие суммы в течение большего периода времени, чем было запланировано человеком. Двенадцатый пункт. Сопутствующее злоупотребление наркотическим веществом. То есть параллельно с игроманией у вас появляется злоупотребление наркотическим веществом. And now? Okay. Now, after all of that, what's the difference with 13? И также есть 13-е. 13-е утверждение – внутренние нерешенные эмоциональные проблемы, приводящие к участию в азартных играх, как способы от них избавиться. 13-е? Да. Скажи еще раз. Внутренние нерешенные эмоциональные проблемы, приводящие к участию в азартных играх, как способы от них избавиться. Как вы думаете, в чем разница между этим 13-м пунктом и всеми предыдущими утверждениями по поводу игромании? Ну, еще думает, как избавиться. She says that a person is thinking about how he can stop. Да. Underlying unresolved emotional issues that contribute to use of gambling as an escape. So gambling is a way of avoiding their problems, right? То есть они используют азартные игры как способ избежать проблем других. Well, this is a behavior, something else to think about. Как поведение, только мысль подумать об этом, как это сделать. You know, basically, drugs and alcohol stop me from thinking. И в основном, как алкоголики используют это как способ не думать об этом. But gambling just kind of gets me to think about something else. Ну, игра как бы помогает, позволяет им забыться и подумать о чем-то. So that's kind of the same kind of problem when it comes to any kind of like internet gambling, video games, movies, that kind of stuff. Ну, это avoidance behavior. Существует как много и других занятий, да, которые позволяют забыть о проблеме. Допустим, не только игромания, игромания в компьютерные, использование компьютерных игр, там что-либо еще. Да. Now, some people can... I get asked this every now and then, you ladies haven't asked me this at all, but I get asked about religious addictions. Обычно я спрашивал о религиозной зависимости. Да. About spending all your time in church. Про то, как... о том, как вы проводите большое количество времени в церкви. Да. Now, why wouldn't that be same? Why wouldn't that apply as an addiction? И как вы думаете, почему это называется тоже зависимостью? Что забывается о семье. Забывается о семье, проблема ставится на второй план, все, что... Все проблемы. И полностью, полное доверие Богу, полное. Полного доверия Богу тоже так не должно быть. The person forgets about all his problems at home and put it on the background and he believes only to God. Yeah, but why would that not be the same as legal? Or why would that not be the same as gambling? Но почему это не то же самое, что и игромания?
немного другое. Почему же это не нормально? Потому что постоянно нет такой потребности отвернуться, вернуться опять. Наверное, ум при этом остается трезвый и не засоренный такими вот мыслями, а одними мыслями о том, что... The person has no need to come back, and the brain is out, is a clear, stay clear, and... Well, the symptoms are what I'm looking for. Симптомы, которые я наблюдаю у пациента. Да, what are the symptoms that someone has a problem with drug abuse or alcoholism or nicotine or gambling? Один из симптомов, который я обычно ищу у пациента, это симптом злоупотребления либо наркотическими, либо алкогольными средствами, либо симптом игромании. Наблюдаете у религиозного человека? У того, который посещает церковь. It means about the religion, religious man, believers. I'm saying, what's the difference in someone going to the church all the time and someone using drugs or drinking or gambling or nicotine addiction? As far as the symptoms are concerned. И в чём разница между тем, как вот человек ходит в церковь, и человек, вот у него зависимость как бы от церкви, затем человек употребляет наркотические вещества и курит в данный момент. Как это, симптомы, как это можно отличить? Think about the symptoms of being alcoholic. What she said? She says that we will think about it. Yeah. What's the... Придумаем что-нибудь. All right. Now think about this, because I've given you the symptoms of alcoholism. Допустим, я вам дал симптомы алкоголика, человека, которого есть. What are some of the symptoms? What are some of the symptoms of alcoholism? Некоторые другие симптомы алкоголя. Какие? Для каждого из тех симптомов у них Богом есть именно алкоголь, наркотик, сигарета, игра. Для него это есть Бог. А для человека религиозного Богом есть сам Бог. Религия. For believers, they take some spiritual states, and it is a God for them. And for those men who don't believe in God, they have some other pleasures. Stop thinking about God for a minute. Перестаньте, на минуту перестаньте думать, о Боге. When someone is alcoholic, they have a specific group of problems. У человека, имеющего алкогольную зависимость, у него какой-то специфический круг проблем. What are the problems? И какие это проблемы? Где достать, с кем выпить, где достать денег, чтобы выпить? Where he can get money. Найти повод, чтобы выпить. Это первое. To find something in order to drink for something. The circle of communication of this. Okay. Отойти от работы. To forget about the job. Work. Sometimes they don't have a job. Иногда вот у человека нет работы. Alright, but what about legally? What happens? Но что происходит, как законно? Ну, появляются проблемы. They have some problems. Some legal problems. Alright, what about the family? Что насчет семьи? Что происходит в семейном плане? В семье случается разрыв, разногласия. They have great quarrels, maybe. Да. And what about their health? Как же об их здоровье? Что происходит с их здоровьем? You see? Now I'm going to explain it to you. Здоровье теряется. Yeah. They lose their health. Yeah. So,
The way they explain it in America is very simple. This is a catchy phrase that they use in America. В Америке существует несколько таких способов объяснить это все. I'm going to teach you some English. Он как учитель английского, да, допустим. Okay. In America, one of these four things, and sometimes all of these four things, are going to be a problem if you are an alcoholic, a gambler, or a drug addict. В Америке есть случай, если у вас есть определенная зависимость, либо наркотическая, либо какие-то курение, либо никотиновая зависимость, либо игромания, у вас как бы появляется проблема и как минимум из с одной из этих четырех вещей. You're going to have trouble with your liver, your lover, your lawyer, or your livelihood. У вас появляются проблемы либо же с вашей печенью, либо же с любимым человеком, либо же с юристом, как с законом, либо же с проживанием, с жильем, вот, с жизнью, как самого. Вот, вы можете провести как параллель вот, между деньгами и жизнью, как жильем, да, обеспечением, законом и юристом, семьей и любимым человеком, и как здоровьем, связанное вот, с печенью. So you got these four things: your liver, your lover, your lawyer, or your livelihood. У вас появляется проблема как минимум с одной из этих. Now, will a religious addiction affect your liver, your lover, your lawyer, or your livelihood? Религиозное влияние также задевает, как бы влияет на вашу печень, на ваше здоровье, на вашу семью, на ваши проблемы. Почему печень? What? I don't know. I didn't hear. Ну, печень, когда вы пьете. Why liver? Your liver. А религия? Нет, религия разве это влияет? Религия? She asks if it is about religion. It doesn't. No, see, it doesn't apply to religion. Вот в религии, в религиозном плане это не влияет. That's what I'm saying. Religious addiction doesn't affect any of these things. Поэтому религиозная зависимость, она не влияет на ни на что. Then it's not a problem. Влияет иногда в семье, нет понимания, не оценивает твое, что ты приходишь в церковь, не все поддерживают это, и даже наоборот противятся многие. Sometimes person has some problems with family, with understanding. Sometimes. Person are not supported. Because they're not believers. Один человек, который взаимосвязан вот с вами. His problems are more to do with selfishness and guilt. И он как бы имеет проблему с немного с эгоистом, с эгоизмом, да, и с чувством вины. Not anything you're doing, it's what he wants you to do. Это ну не ваша как бы проблема, не то что вы хотите. Yeah. So, as far as I'm concerned, people ask me, what about people who become addicted to going to church? I got no problem with that, even if that's what's happening. I don't have a problem with that. Люди часто спрашивают меня, если у человека есть зависимость, и они ходят в церковь, религиозная зависимость, то это не считается проблемой. But when you talk to somebody about, my husband has a problem. Но когда вы говорите, что вот, допустим, у моего мужа есть проблема, or my son has a problem. У моего сына есть проблема в семье. Ask them, do they have a problem with their liver, their lover, their lawyer, or their livelihood? Обычно спрашивают,
Есть ли у них проблемы вот с четырьмя из этих вещей, либо же со здоровьем, печенью, с семьей, с родственниками? Because if they don't, it's not a problem. Потому что если у них нет проблем и проблем вот с этими четырьмя перечисленными вещами, поэтому это не считается проблемой, если у них если не повлияло. Да, все понял. Но дело в том, что муж так считает, что перед друзьями своими, что у него есть проблемы, у него верующая жена, которая не слушает его, а идет в церковь. She says that she has a husband and he considered to have a problem. He thinks that he has a problem with his wife, with her. Mm-hmm. She's going to church. Mm-hmm. He thinks you have a problem. Mm-hmm. Он думает, что это проблема. Да, mm-hmm. All right. Never mind, I got mine right here. Mine's right here. Mine's right here. I got it. All right. I'm going to... I got it right here. Stop. Right. All right. Let's talk about a couple more things with this, and then... we'll go on to something else. Sure. Да, но what I need them to do. Что мне нужно, так да. Да, there's only eight. These are. Вы можете увидеть долгосрочные цели перечисленные. My long-term goals, as far as my gambler is concerned. Я как бы использую их в лечении. Моих пациентов. Можете записать первый пункт. Пациент должен признать бессилие и беспомощность перед азартными играми. Да, it's all eight of them. So go ahead and read those. И принять участие в программе «Основы на восстановление». Признать бессилие и беспомощность перед азартными играми. Второй пункт плана. Второй пункт. Второй целью является признать проблему азартных игр. И начать активное участие в программе восстановления. Третий пункт. Установить стабильное восстановление. Третье. Установить стабильное восстановление, свободное от азартных игр и других видов аддиктивного поведения, зависимого поведения. Установить стабильное восстановление, свободное от азартных игр или других видов зависимого поведения. Четвертый пункт план. Приобрести необходимые навыки, чтобы поддерживать длительное воздержание от игромании, от азартных игр. Пятой целью является улучшение качества жизни путем поддержания продолжительного воздержания от любых видов азартных игр.
улучшить качество жизни путем поддержания продолжительного воздержания от всех видов азартных игр. Специально? Шестое. Также нужно разработать финансовый план. Разработать финансовый план, который позволит вам возместить все убытки и установить финансовую стабильность. Разработать финансовый план, который позволит возместить.